Золото, уголь, уран, вольфрам, нефрит и сырье для производства строительных материалов. Все эти полезные ископаемые добываются сегодня в Бурятии. Объем отгруженной продукции в 2017 составил 22 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда больше, чем в прошлом. Добывающая отрасль Бурятии дает нам вообще 23% всего промышленного производства. И, конечно, это для нас одна из основных отраслей. И надо признаться о том, что мы, по большому счету, развитие в ближайшие годы, быстрое развитие, видим все-таки с учетом развития добывающей отрасли в первую очередь. Выросли объемы добычи угля и урана, а вот у бурят-золота показатели в этом году немного ухудшились. Но предприятие активно разрабатывает новые участки, и ситуация, по сути, находится под контролем. Положительная динамика в добывающей отрасли наблюдается и благодаря хорошим инвестициям. Инвестиции в основной капитал, по нашей оценке, в 2017 году составят, точнее, превысят 5 миллиардов рублей. Не буду останавливаться конкретно на каждой компании по инвестиционной программе, но скажем, что в принципе все компании активно, находятся в активной инвестиционной фазе, и из года в год мы будем наблюдать только увеличение инвестиций. По ходу совещания глава республики дал ряд поручений. Так, например, необходимо уменьшить бумажную волокиту в решении разных вопросов, подумать над развитием системы подготовки специалистов, горнодобывающей промышленности и многое другое. Ксения Шабаева, Виктор Агафонов, Новости дня.